место. Время придумали мудрецы. Я сказал место. Для того, чтобы на этом зарабатывать дополнительные деньги. Вот эта вот гусыня безымянная, Артуровна. Да? Да. Вот она аппетитно выглядит. Ну и все. Мы сделали стрижку, как она просила, под ноль. Ну, на передовую она не попадет уже. Не попадет, да. Потому что у нее уже педали уже. Пока не дали. Да. Вот. Сейчас мы заглянем вовнутрь ее внутреннего мира. Да. И поверьте мне, ее внутренний мир очень никаким образом не отличается от другого гуся. Все то же самое. Мы вообще все одинаковые. Даже какой-то большой генерал или простой рабочий железнодорожник одинаково кушают, пьют. И? Детали не буду говорить, цензура не пропустит. Одним словом, живите спокойно, верно, и будет вам счастье. Вот если вы не верите, зайдите на Википедию. И там вы прочитаете более детально, что находится внутри гуся. Внутри гуся. Отлично. Поверьте мне, в это гусе... будет вам очень интересно. Да. Ибо гусь — это не только шерсть. Ценный мех. Ценный мех, сало. Это еще и... 3-4 килограмма сала. Руки у вас золотые.